Александр Богомоев после серьезнейшей травмы вернется на ковер. Напомним, борец сборной команды России в апреле этого года пострадал в результате конфликта между тренером и депутатом в поселке Усть-Ордынский. Спортсмен разнимал участников драки и в этот момент получил удар железной трубой в область живота, что вызвало разрыв селезенки. Как сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России, Богомоеву была сделана успешная операция. Сейчас он идет на поправку и постепенно возвращается к спортивной жизни. Его здоровью ничего не угрожает. Как заявил трехкратный чемпион России, в ближайшее время он присоединится к сборной и будет готовиться к чемпионату мира. Выйти на ковер спортсмен рассчитывает уже в этом году.